Еще раз о составах двух команд. Реал Сосьедад, Куба Арасате. Правее действует 14-й Рубен Пардо. Антуан Гризман. Невероятную результативность демонстрирующий в последних играх. Вот он. Он играет слева и справа. Подобные функции исполняет Карлос Букадуга по позициям. Француз и мексиканец очень часто взаимодействуют в играх. Реал Сосьедада развернуться не дают. Что с контратакой у хозяев Себастьянц, которые формально имеют на вулишнего игрока в центре поля, потому что строят свою игру через трех центральных полузащитников, должны, наверное, превосходить Гризман. Перевел на Лиги чемпионов. Манчестер Юнайтед выиграл в Испании только две встречи из 16. Самый бьющий игрок встречи. Один из его ударов привел к назначению Карлос Мартинес. Но владение пока не предполагает. Этот в атаке. Вот снова японец подхватывает мяч. Чичарито, по-моему, был в офсайде, но пас шел на Патриса Эвра налево. А вот сейчас два опорных хавбека Манчестер. Вела. И вот передача на Гризмана. Постепенно парадует свое взаимодействие. Ходом Асьера и Лера Менди. Но он был продан за 38 миллионов евро. Сегодня вот из двух. А Гереча еще не гарантирован выхода. А вот Реал Сосьедаду победы, победы и победы. Во множественном числе требуется сейчас. Но ошибиться в простой передаче, просто увидев, что ближайшая к нему фигура — это фигура Уэйна Руни. Ему как будто бы нельзя не отдать мяч. Это была, безусловно, ошибка со стороны. Первый тайм, превосходство у Манчестера разве что во владении мячом. 54 против 46 в процентах. Манчестер Юнайтед в воротах Де Хеа первый. В обороне пятый Фердинанд. Карлос Вела. Гризман. Нарушает правила Мурон. Ну, там разминающийся Ван Перс. Гризман. Исполнить хотел нечто другое, конечно, это не было угрозы. Да, открывался Вела. Удвоили число попыток. Теперь у них 4. Но это пока все очень неточно. Гризман показывает, что не трогал мяч. С игры бьет. Пустой угол, попадает в стойку и с 11-метрового не забил. Тащит Клаудио Браво. Однако факт остается фактом. Бергара получил лишнюю карточку, пропускает. Вот здорово на Гризмана. Гризман сразу на Велу. Вела Ну тут неплохая группа футболистов. Реал Сосьедада готова к быстрому отрыву. Давида Де Хеа. Тяжеловато ему будет пойти за мячом на выход. Ну, сейчас все расступились, а мяч в воздухе, видимо, пакет. Адам. Гризман покидает поле. И выходит под 8-м номером Харис Сеферович.